Вот и лисичка, да? Дальше одна лисичка. А теперь глянем, как они растут. Четко. Видите? Автоматная очередь. Вот они. Вот полностью убор с лисичками, видим, да? Полностью. Тут полностью тоже. Дальше переходим. Полностью нить пошла. Лисьих хвостов. Видим, да? Все идет, 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 идет. Чук. Как бы прерывает. А нет. А нет. Не прерывает. Вот она. Вот они пошли. Вот они. Вот они. Видите? Просто. И вот они, и вот они. И вот они, вот они. Видите, как кругом. То есть дальше даже не стоит смотреть. То есть вот тут видим, да? Вот они. И пошли, пошли, пошли. Там как автоматная очередь. Вот такая вот штука. Вот они, видите? Как колесом таким. Вот. Видим, видим, и пошли, пошли. Как из автомата их, как будто из пулемета настрочили. Видите? И тут еще. Просто их много-много-много. Много и еще раз. Очень много. О, сердце. Давайте его вытащим сейчас. Сердце, ты не плачь. Здравствуйте, сердечко, мишка моя. В форме сердца лисичка. О, красавица какая. Просто прелесть. Ну, наконец-то мы наших подружек встретили. Видите, какие они? Красавицы. То долго их что-то я искал, искал, ходил, ходил. В новый лес сегодня пошел. Нету, нету моих. Думал, где мои уже лисички? Соскучился я по ним. Вон, видите, как она блудила. Сердечко какое сделалось. Искусственно создано природой. Сердце, ты не плачь. Вон какой. Она в этот, в горошек. Горошек был, и она его облудила. Получилось сердечко. А тут здоровые какие у нас. Вон. Целая семья. Видите, как семейка. А тут рядышком давайте посмотрим. Так, так. О, вот видите груздики. Вот они, маски. Наши груздички. Видите, какие красавцы. Настоящие груздики. Тоже сердечки получились, видите. Сейчас очистим. Угу. Вынырнули из-под земли. Достали земельку. Видите? Вот сердечко, видите? Обрулило папоротничек. Папоротничек. Обрулило его и получается сердечко. Хоп-хоп-хоп. Тут рядом тоже стоит еще один. Видим, да? Тоже красавчик. Угу. Такой тип. Да, какой пошел. Такие они у нас. Давайте еще посмотрим. Есть ли у нас тут еще? Здорово, вот. Есть ли у нас тут еще? Ага, о. Еще одно увидел. Вот и целая их гряда. Вон, давайте смотреть. О. Еще наш красавчик, один груздочек. Видим? Вот он какой. Красотулька. Сейчас очистим его от листочков, что в корзине у нас мы ложим вниз. Это там чистенько. Тут тоже сердечко видим, да? Обрулилось, получилось. Вон мы как его зажал просто. Свои объятия, да? Угу, тут видим, да? Угу, так. Дальше смотрим. Давайте дальше посмотрим. О! Тут целая их полянка. Целая полянка. Не полянка, а целый строй наших груздиков. Вот там. Видите?
пошел и пошел, пошел и пошли. Целая груда их. Целая груда наших красавчиков. Вот они так сидят. Улыбается солнышку. Теперь улыбаются и вам, и мне. Какие красотки, да? Очистим маленько. Это что-то у нас тут тоже. Емелькивич. Нарядился. Ну, конечно. Чтоб люди-то выйти, надо наряжаться. Ребятки, просто так. Вон маленький там еще один. Видите, такая линия. Целая линия. То есть вот она пошла. Линия и пошла. Так получается. Вот линия груздей. Ага. И там сбоку еще три. Во. Видите, сколько их. Сразу целое поле. В линию выстроились. Стройся. В корзину. Шагом. Марш. Левой. Левой. Молодцы. Так, и тут надо дать. Стройся. Равнение на середину. Корзину. Шагом. Марш. Вот видим, да, какие они. Ох ты. Да, вот это вообще трофейные находки. И чем меньше, наверное, грузик, тем больше, видите, млечного сока вообще. Он просто истек им, млечным соком. Видите, желтый вот этот. Вот видите, сколько его, много-много. Края только-только еще начали пластинки появляться. Только раскрываться, только начали еще. Видите, какие красотки. Бархатик какой. Сырой. Грусть настоящий. Вот. Книжка это называется настоящая. Народное название, вон все биозники бегают, видите? Мошка прилетела, села, пору взяла, другое насекомое. Красавчик, конечно. Красавчик. Красавчик. Тут бесспорно вообще. Какой он красивый. Красавчик. Ну и второй тоже не хуже. Ну вот, давайте дальше искать. Разбегаем травочку. Смотрим. Это видно, бычки одни только. Бычки, да? Только бычки. Давайте в другую сторону посмотрим. О! О! Вот эта находка удачная, да? То есть видим, не просто получилось у нас, а получилось так, что, видите, вот эти грибы, как симбиозники тоже, им такая же почва нравится. Но они нас не устраивают. А рядом посмотрите, какие находки. Ух ты, какие красавчики. Вот он один, вот второй. Видите? То есть увидели вот такой гриб. Рядом смотрите груздики. Ага. Вот такой вид. Вот видите, как малышки растут. Вот они вообще прелесть какие, да? Кругленькие, маленькие, красивые. Вот они. Просто красавчик. Что и говорить. Видите, какой. Вот он красавчик какой. А, ну это вот видите сами, это уже суперский, да? Это вообще супер. Видите, какие, давайте рассмотрим его. Края бархатистые, бархатистые. О, он малышка какая растет. Красавчик, конечно. Красавчик. Ням-ням-ням-ням. Тут тоже, видите, полость такая. Желтый млечный сок выделяется. Да, у него. Видим, да? Ну, красавчик, красавчик. Красивое утро, да? Просто прелесть. Вот они, наши солнышки-то. Нашли мы их. Поискали, поискали, долго искали. А еще нету, нету. Думаю, куда спрятались, куда ушли. И непонятно. Они вот сидят. Красотки наши. Видите, какие красивые. Вот они. Красавицы. Сразу три штучки. Маленький. Побольше и побольше.
еще одного нашли. Вот четвертый. И бычок у нас тут. Вот уралуй или деревенский гриб. Итого мы нашли 4 настоящих груздя. Какой симпатичный медведь, да? Просто прелесть. Красавчик. Красавчик. Листопад, листопад. Какой фенчик. Ух ты. Да. Тоже дядька какой-то красавчик, да? Воротник тут, конечно, он какой здоровый, да? Но. Ну вот и наш настоящий груздок. Сидит папоротники. Видим? Так что это хорошо. Сейчас будем искать в округе. Он большой, да? У нас вот он, видите? Здоровый. То есть ладошку мою, видите, да? Вот. И достаточно чистенький. То есть ему тут все хватает. Малышки. Один видим, а он второй спрятался, да? Ага, вот они какие. Кто-то вообще замаскировался. Четко. Сейчас вокруг посмотрите. Больше пока не видно. Вот посмотрите, сколько сразу их, да, растет. 3 штуки, вот видим. Одного, второй, третий. Вон такие красавцы. Ну вот, волнушки, видите, тоже красивые. Видите, одна большая уже, тоже у них. Сначала загнутые края, потом воронкообразная. И цвет она меняет, волнушка с возрастом, видите. Это более темненькая. Угу. Это более уже края распустились. Стали конусообразные и светлее. Вот они красавки. Вот на срезе видим, да? Какая ножка длинная. Млечный сок, походу, белый. Вот так они выглядят. Далеко мы от волнушек не ушли. Тут обнаружили. Вот проборы. Ну, видите, опять груздики. Груздики. Раз вот эти зреют, значит, рядышком должны быть у нас и малышки. Конечно, мы посмотрим и малышек. Ну, этот уже вот перезрел, видим, да? То есть, вот видите, края загибаются. Тоже груда их. Вот так растут они. И эти тоже, походу, перезрелые уже видно. Ага, только рассеем их. Ну, вот целая группа получилась волнушек у нас. Волнушек, вот целая группа получилась. Видим, да, как они скучковались. Вот, это одну грибницы растут, да? Вот, посмотрим. Видите, как красиво волнушечки. Ага, целая семейка. Вот видим, как они с другой стороны, да, смотрятся. Вот такие у них срезы. Давайте рассмотрим. Сначала краешки у нас, видим, да, загнутые. Полностью загнутые края. Угу. Переложим маленько. Загнутые полностью края. У волнушки полностью. Потом, значит, пластинки начинают отрастать в бок, распрямляются. И начинается раскрываться воронка. Ага, вот червячок видим, да? Червячок по центру они обычно. Волнушки тоже горечи, а по центру видно горечи меньше, либо там заводятся червячки. Ну вот, посмотрите, какая красотка. Вот, тоже они симбиозники, вот их ползают. Это с насекомыми волнушка видно. Вот сейчас она, эти жучки поползают по волнушке, нацепляют споры и поползут в другое место. Вот. Куда приползут, там спору оставят, там расселится волнушка. Угу. Вот так видим, да? Хорошо сейчас. Это симбиозник. Это симбиоз грибов с насекомыми. Угу. Ну, вот видно, их, да, два жучка ползают.
красавица. Ну вот, смотрим, опять вокруг березы идем. Ага, смотрим, вот видим. О, видите, какая особь встретилась. Тут, значит, все ямочки, надо это все проверять. Потому что там могут быть особи, которые нас вообще устраивают. Ну, давайте посмотрим. Тут один, видите, что-то загнутый. Но это бычок, бычок вот этот. А это наш красавчик. Вот видите, еще края даже не раскрыл. Красивый какой он. Угу. Краешки не раскрыл. Ну вот так он выглядит. Ага. Ну вон там стоят наши пули. Я хотел уже было уходить, там линию мы где срезали. Вот, а тут оказалось, видите, с другой стороны просто надо посмотреть. Просто с той стороны нам вот эти мешали. Вот видите, отсюда мы смотрим. Вроде ничего не видно, да? Ничего не видно. А с другой стороны, если зашел я, с другой стороны зашел. Вот. И видно, сразу стало вот этих красавцев. Видите, какие они? Красавцы стоят. Эти два, даже три штуки. Поэтому надо с одной стороны, как бы их, когда собираете грибы, дерево обходить. Потом обойдите с другой стороны. Так вам полностью раскроется тайна тайги. О, да, такая штука. Вот видите, три штуки. То есть маленький вот этот, побольше и этот. И достаточно они крепкие и хорошие. Видите, шифруется. Вроде смотрел, волнушку я там собирал. А собираться уходить, вот он, в бок посмотрел это. Тут видите, еще какие эти, да? Как мох такой, да? Вот такой он. Угу. А под низ давайте посмотрим, что там у нас творится. А там целая семья сидит. Видите, целая семейка растет. Только один развился. Ага. Вот так. Вот он, деревенский гриб-бычок. Видите, какой красавчик просто. Вот такие именно и берут. С нераскрывшейся шляпкой. Еще называют научное название его валуй. Еще у него синонимы деревенский гриб. Угу. И бычок. Ну а тут нас ждет, конечно же, маленькие хитрости, видите, вот видим бугорки, да, то есть вот так все прекрасно просматривается, видите, как все, папорочек, да, тут бугорок, тут, вот тут у нас тоже бугорок, но этот бугорок уже понятно кто, так, тут вот рядышком тоже еще один бугорок, это мы тоже уже поняли кто. Так, вот под этими бугорками непонятно еще кто. Так, это не наш, да? Не наш, видите? Бугорки обманчивы бывают. Ага, дальше смотрим. Дальше смотрим. Угу. Аккуратненько все отодвигаем. Потому что тут у нас могут быть маленькие. Прощупываем, конечно. Это кто? Это тоже наш бугорок. Видим, да? Дальше смотрим. Есть ли бугорки? Ну да, дальше потом пройдемся. Ага, давайте вот этих сейчас срежем, красавчиков. Он у меня, ага. Тоже волнушка, вообще, видите, с ноготь только еще. Маленькая, ага. И красивая. Давайте рассматривать наши находки. Ага, видим, да, млечный сок тоже. Ну да, уже как бы в возрасте у нас крылья-то уже распустились. Крылья распустились у него. Желтый млечный сок, угу. Пластинки, все, грибы нас устраивают полностью. А это вот в форме сердечко для кого-то, для вас. Для вас эта тайна раскрыта. Наши антиквариаты, вон, видите, какой он. Сердце, ты не плачь, для вас, мои дорогие телезрители. Ютуб зрители. Вон какой красавчик. Сердечко. Да. Здравствуйте. Нифига, млечный сок, да? Желтый какой выступил. Видите, сколько его. Сколько много млечного сока. Угу. Вот, посмотрите, как. Видите? Зашифровался. О, это вообще прелесть.
Красотки из красот. Да. Прятался от нас малыш. Пусть на тебя посмотрят наши подписчики. Видишь, какой ты у нас красавчик. А какой вкусный. Да? Я не только красивый, но еще и вкусный. Красавчик, красавчик, конечно. Угу. Видите, какие краешки у него сверху. Этот еще молоденький, видите, края загнуты. Красавчик. Угу. Вот он такой красивый. Даже роса еще не сошла с него. Бархатистый край. Бархатики. Красавчик. Вот дальше выдвигаем травку. Ага. Вот они наши. Вот они наши красотульки. Вот они сидят. Целых три сразу. Вот. Ага. Грудой сидят. Из одного куста растут. Вот посмотри, кажется, ничего нет, да? Вот, смотрим. Каждый бугорок проверяем вроде. Каждый бугорочек проверяем. Вот. Они вот под ногами, видите? Ну где ты тут видишь? Вот краешек там, краешек какой-то видно. Видите? Видите, как спрятались? Угу. Уже треснули. Вон какой здоровый. Вон, видите, какие они. Угу. А их так не видно было. Вот такие они шухрощики. Вот мы подрезали, да? Убираем и смотрим. Видите, без луналета это уже нападали споры. То есть на следующий год тут будет много груздя. Вот, видите, достаточно хорошая особь. И крупная. Да. Давайте второй посмотрим. Пластинка тоже уже. Вот тут уже видно, что не очень хорошо. Просто раскидаем по разные стороны. Вот. И подрежем его. Угу. Подрежем. Подрезаем. И смотрим. Ну вот такая штука. Видите, это уже червивый. Рассеем его просто и все. Тут же мы нашли черный гусь еще. Давайте вытащим его. Посмотрим. Ну вот он, видите, какой красавчик. Это черный груздик. Так он выглядит. Он в солении становится фиолетовым. И тоже очень вкусен, как и настоящий.